Милая мама, я тебя не ругаю, что меня ты так рано под закон отдала. Мы сегодня с друзьями, ой, мама, в жизнь иную вступаем. Так прошла незаметно золотая пора. Мы сегодня с друзьями, ой, мама, в жизнь иную вступаем. Так прошла незаметно золотая пора. Незнакомые дядьки, мама, грубо брали за ворот. По ночам нас учили, как полы натирать. А потом месяцами, ой, мама, не пускали на волю. И все науки познали, как людей убивать. А потом месяцами, ой, мама, не пускали на волю. И науки познали, как людей убивать. Это было весною, золотою порой. Трое наших парнишек из-под стражи ушли. В 7-м километре, ой, мама, их собаки догнали, их солдаты связали, на стрел повели. На 7-м километре, ой, мама, их собаки догнали, их связали солдаты, на расстрел повели. Их поставили к стенке, повернули спиною. Грянул залп автомата, и упали они. А по трупам умёрся, ой, мама, как по тряпкам не нужны. Разрядив автоматы, и солдата прошли. А по трупам умёрся, ой, мама, как по тряпкам не нужны. Разрядили автоматы, краснопузые прошли. Обрыва стоит крест деревянный, его девочка нежно прижимает к груди. И в видении икона, ой, мама, а запретная зона. А на вышке маячит полупьяный чекист. И в видении икона, ой, мама, а запретная зона, а вышки маячит, пуля